как она смеет? Авраам, я хочу, чтобы ты ее выгнал, и ее противного сына тоже. Не волнуйся, Сара. Господь сказал мне, что только в Исааке наречется мне семя. Да? Да. И завет мы поставим с Исааком, от которого выйдет Мессия. И я благодарю за это Господа. Пойдем, нам пора в дом. Израильтяне прожили в Египте 400 лет, и потом их вывел оттуда кто? Моисей. Моисей, верно. А ты знаешь, что Моисей тоже изрек пророчество об Иисусе? Нет. Ну тогда слушай.
Моисей, я уже встал их так. Куда он подевался? Ты же знаешь, что он опять зашел на гору. Да, мало нам 10 заповедей. Так он еще пошел. Неужели ты не боишься слов своих? А ты что, боишься? Конечно, нельзя о нем так говорить. Он пророк Божий. И в его словах есть огромная сила. Да он такой же человек, как я и ты. Чего ты его не боишься? Потому что он служит Богу. А Бог не допустит неуважения к своим служителям. Слушай, а правда? Зря я так сказала. Моисей, то, конечно, человек. А вот Бог. О Боге то я не подумала. А о Боге как раз и нужно думать в первую очередь. Наконец-то закон полностью записан. И теперь, народ израильский, ты будешь знать, как надо ходить пред лицем Господним. Здесь есть все. И о войне, и о идолопоклонстве, и о семье, и о праздниках, и о приношениях. Я оставлю вам эти свитки. Выучите заповеди. Исполняйте их. Научите им своих детей. И Господь всегда прибудет с вами. А ты, Моисей? А я уже говорил вам, что Господь не позволяет мне войти в землю обетованную. А как же мы? А кто будет передавать слова Господни? Как мы будем без тебя? Не бойтесь, Бог не оставит вас. Вот что Он сказал мне. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Пойди, позови ко мне строителей.
Царь, к тебе идет пророк Нафан. Очень хорошо, он мне как раз нужен. Я хочу поговорить с ним о строительстве дома Господня. Зови. Здравствуй, Нафан. Здравствуй, царь. Я как раз хотел поговорить с тобой. Ты знаешь, я все-таки решил построить дом Господень. И уже послал за строителя. Царь, я пришел, потому что у меня для тебя есть слово от Господа. Я слушаю. Так говорит Господь. Когда же исполнятся дни твои, и ты почивишься царями твоими, я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг под лицом твоим. Вот что Господь велел мне сказать тебе, царь. Как ты думаешь, Нафан, о ком здесь говорится? Неужели о том самом, о ком слышали наши отцы? Да, я думаю, речь идет о Мессии. Это будет пророк сильнее Моисея. Спасибо, Нафан. Можешь идти. Господи мой, Господи, Ты Бог, и ныне благослови дом раба Твоего, чтобы он был вечно пред лицом Твоим. Ибо Ты, Господи мой, возвестил это, и благословение Твоим сделается.